голова и честь немножко покраснение. Это что? Купероз. 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 Это купероз. И просто еще искажает немножко камера. Ну, то есть, как бы вот при, вот опять же, при таком незначительном Джесснер можно, но, знаете, не злоупотреблять. То есть не там 4-5 процедур, 2-3 процедуры, да, то есть, в общем-то, должны быть показания для пилинга. Я даже больше за нидлинг, может быть, чем вот как способ стимуляции. Ну да, болезненнее, но там, да, потому что здесь все-таки истончение, разрушение защитного барьера идет, поэтому, видите, как неравномерно. Вы можете использовать это как, скажем так, демонстрацию для пациента, в каком состоянии, как индикация качества кожи. Вот вы нанесли, дайте большое зеркало, покажите, что как, где выражено, где истончено, да, и процедура от процедуры, этот процесс будет идти более равномерный. Вот так вот, видите, здесь я вначале нанесла, помните, должно было бы уже кристаллизоваться быстрее всего. В общем-то, это ничего не значит. Дальше либо вы, либо ваш пациент, да, то есть как договоритесь, да, но может потребовать, если на пару работать, уменьшить стоимость, долю за участие, да. Разминаем салфетки. И не деликатно пальчиками, да. Хорошо.